Продолжаем выпуск. Проблема с получением выплат АСП в Кызыгурдском районе Туркестанской области остается нерешенной по сей день. Часть жителей сельского округа Шарабхана, сдавшие документы еще в апреле, до сих пор не получили деньги. Сельчане жалуются, что их заставили открыть ЕП, но и это не помогло. Подробности в материале Бахрома Абдуллаева. Гулистан Кужабергенова в ожидании шестого ребенка. Говорит, что на АСП сдала документы одна из первых 26 апреля. Вот только выплаты до сих пор не полученные. Я даже ИП открыла, как меня попросил сотрудник центра занятости. Приходила комиссия в мой дом и смотрела, как живу. Утвердили выплаты и сказали, что скоро начислят. Вот только деньги еще не поступали. Я чуть ли не каждый день хожу в акимат, но мне все равно только обещают. Сегодня Гулистан в очередной раз пришла в акимат, чтобы узнать, когда же ей начислят деньги и какова была необходимость открытия ИП. Ответ расстроил многодетную мать. Эта женщина может не обижаться на нас. Мы выплачиваем все пособия. Да, нам сказали, чтобы жители открывали ИП. Это нам сказала руководитель отдела занятости населения Райхан Керимкулова. Вот только руководитель центра занятости населения по Кызыгурдскому району отрицает, что кому-либо говорила открывать ИП. Я такую установку не давала, что открывать ИП обязательно. Но этот человек, который имеет свою паевую долю, земельный участок, этот человек считается самозанятым. А самозанятый человек у нас официально не может быть зарегистрирован, потому что этот человек как будто он является членом кооператива или крестьянского хозяйства. Он должен сдавать отчет, налоговую отчетность. Что касается первой выплаты по АСП семье Кожебергеновых, то этот вопрос решится до конца августа, говорит чиновница. Так что Гулистан еще надеется, что успеет одеть своих детей к школе и к детскому саду. Бахром Абдуллаев, Виталий Зайнтинов, Информбюро, Туркестанская область.